Одинцовский филиал МГИМО идет в ногу со временем. Инновации, международная бизнес-информатика и межкультурные коммуникации – все это уникальные программы, о которых рассказали абитуриентам на дне открытых дверей. Мы, конечно, даем широкий кругозор. Это люди, которые, ну, грубо говоря, если человек идет на экономику, да, он не выйдет бухгалтером, который знает счета, фактуры, план счетов, детально и сядет работать бухгалтером, но его кругозор позволит ему довольно быстро сделать карьеру и подняться до того уровня, где как раз и требуется вот такая широта мышления и взгляд на бизнес уже с то, что называется helicopter view, да, с высоты полета. Программа Международного института энергетической политики и управления инновациями разработана для обучения специалистов в области инновационной и цифровой экономики. Практикоориентированная подготовка здесь на особом месте. Уже созданы базовые кафедры крупных российских компаний. На этих базовых кафедрах мы даем возможность нашим ребятам получить полный цикл специализированной подготовки. Кроме того, учитывая, что у нас есть стратегические соглашения с этими крупнейшими корпорациями, наши студенты и магистранты имеют возможность проходить практики и стажировки. Все наши программы, хотя они носят достаточно фундаментальный характер, но тем не менее они в основном практикоориентированы. И без прохождения практики в соответствующих подразделениях, в соответствующих компаниях, в соответствующих ведомствах, конечно, мы не сможем выпустить качественных специалистов, качественных бакалавров и магистров. Особенно это актуально для факультета лингвистики и межкультурных коммуникаций, ведь стать хорошим переводчиком без знания страны, ее менталитета, истории невозможно. Всего в Одинцовском вузе преподают 54 государственных иностранных языка. За это достижение он и попал в Книгу рекордов Гиннесса. И, возможно, вскоре поставит новый рекорд уже по программе международной бизнес-информатики. Через 5 лет роботы, искусственный интеллект очень сильно потеснят рабочую силу на рынке труда. Ну, нормально в этой ситуации возглавить этот процесс, то есть начать писать тех самых роботов и заниматься искусственным интеллектом для того, чтобы остаться в этом, ну, в этом мире, в этом бизнесе. И это уникальная программа в рамках МГИМО, потому что это единственная программа, на которой не сдают, для поступления на которую не сдают иностранный язык. Сдают информатику и информационно-коммуникационные технологии. Но языкам все равно учат, однако упор на информационные дисциплины. Кстати, на программе есть бюджетные места. И с каждым годом их количество по всем факультетам растет. Поступить в ВУЗ с этого года будет сложнее из-за увеличения проходного балла. На все программы МГИМО Одинцова минимальные баллы для поступления составляют 50 баллов. Кроме предмета обществознания, здесь уже 55 баллов. То есть нужно на это обратить внимание. Если раньше мы принимали документы по минимальным баллам, утвержденным Рособорнадзором, а это баллы были действительно минимальные, например, иностранный язык 22 балла, то теперь значительно изменяются условия поступления. Конкурс от 10 человек на место. Поступить помогут ЕГЭ и желательно побольше, не менее 5. Тогда выбор программ будет значительно шире. Многие из абитуриентов приходят на день открытых дверей уже не в первый раз. Злата Першина с детства мечтает поступить в МГИМО и готовится к этому основательно. Здесь все факультеты очень интересные, но по моим ЕГЭ я сдаю историю английский. Мне подходит лингвистика или политология. На самом деле мне и то, и другое очень интересно. Ну и в любом случае там везде будет по 2 языка, поэтому я даже еще не определилась. Думаю, сходить, может быть, на лекцию или как-то еще, чтобы понять лучше. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».